На Лыбецкой магистрали появится первая полноценная велосипедная дорожка во Владимире. Трасса от Октябрьского проспекта до площади Фрунзе протянется на 6 километров. Профильный комитет городской администрации рассмотрел вопрос о выделении дополнительных средств из городского бюджета на этот проект. Депутаты проголосовали за, последнее слово теперь за горсоветом. Для разработки проектно-сметной документации, а также обеспечения необходимой доли софинансирования строительно-монтажных работ по указанному объекту требуется предусмотреть в бюджете города средства в объеме 2 миллиона 984 тысячи рублей. Также на Лыбецкой магистрали, возможно, изменится движение и для автомобилистов. Депутаты предлагают убрать стрелку светофора по ходу движения с трассы на улицу Гагарина. По их мнению, это увеличит пропускную способность шоссе. А еще во Владимире сразу два сквера смогут получить собственные имена. Речь идет о Левитановском сквере у памятника знаменитому диктору, а также об Ильинском сквере, который расположен у памятника чернобыльцам.